полный зал, наконец-то на концерте. Мия, добрый вечер, здравствуйте. Как дела? Все в порядке? Да, у вас все нормально. Добрый вечер, здрасте. Я смотрю. Добрый вечер, да. Как дела вообще? Что нового? Интересно, всех рад вас видеть! Привет, да. Ну что, куда? Давай уже садиться. Что садиться? Нет, ты знаешь, мне все-таки кажется, что я должен быть как-то еще ближе к народу. Ну, я не знаю. Ну, мужчина, можно я к вам присяду на колени? А? Вов, перестань, пожалуйста. Ну что, перестань, Лен? Знаешь, как надоело общаться с этими политиками. Так хочется иногда побыть среди нормальных людей. Да, мужчина? Да, господин главнокомандующий. Кошмар! Ну, не с этой охраной вообще уже перебарщиваю. Ну, господи. В зале есть нормальные люди вообще? Мужчина, вы меня не охраняете? Нет, слава богу, замечательно. Вы где работаете, кстати? О, хватит, я прошу тебя, пожалуйста. Что? Давай садиться уже. Ну, давай садись, пожалуйста. Ну, уже просто слухи ходят, все. Понимаешь, что на концертах «Хвартала» людей хватают из зала и назначают на руководящие должности. Лен, ну не преувеличивай, ну что ты начинаешь? Ладно, ты мне, кстати, так и не рассказал, почему ты так поздно вчера вернулся. Почему? Что? У нас была, встреча одноклассников. В смысле? В смысле заседания офиса президента. Понятно. Ну и чего задержались? Ты знаешь, мы долго не могли решить, кого из губернаторов еще уволить. Вов, может, хватит уже увольнять губернаторов? Может, уже назначать начнешь? А я тебе не говорил? Короче, мы такую фишку придумали. Значит, смотри, при мне губернатором вообще больше не будет. Как это? Будет художественный руководитель области. Вообще, вот прикольно, да? Это у меня находчивый, да. Художественный. Сокращенно худрукобл. Так вот, если все это худрукобло не будет работать, я... О, это ко мне, да. Здрасте. Что это ты заказал? Здрасте, есть, да, горячая еще. Спасибо большое. Спасибо. Что, с ума сошел? Вот. Ты на концерте будешь шаурму есть? Ну ладно, потом съем, когда ты отвернешься. Ладно, пообщаюсь с народом немножко. Мужчина, вот вы, да, здравствуйте. Как дела? Нормально все? Да, нормалек, да? Никаких там проблем во втором ряду нету у вас? Сиденья не жмут? Вов. Не, не жмут. Вов. Соседнего места давления чиновников не ощущаете? Да? Ну хорошо, все, хорошо, да. Да, сейчас, секундочку. А вот вы, мужчина, да, как вас зовут? Да-да, вот не отворачивай. Анатолий? Ну пусть будет Анатолий. Я хотел с вами посоветоваться. Кого бы вы хотели видеть на должности нового генпрокурора? Вов. Его? Я понял. Я просто всегда со всеми советуюсь. Правда, потом делаю по-своему. Ну, нормально. Вов, пожалуйста, давай смотреть концерт. Но все-таки ребята готовились, люди смеются. Да. Ну чего? А кто тогда громко смеется в зале? Я не понял. Мужчина, вот вы, мужчина. Да, встаньте, пожалуйста. Вы знаете, когда кто-то очень громко смеется, я прошу найти мне в интернете что-то про человека, который громко смеется. Вов, не надо сейчас. Подожди, Лен. Так, смотрим. Виктор Николаевич Смородин, это вы, да? В декабре 2018-го очень громко смеялся на концерте «Дизель-шоу». Вов, да вы выйдите отсюда. Вов, я говорю, выйди отсюда, смехун. Ладно, сиди, я пошутил. Дамы и господа, в зале присутствует... О, наконец-то меня заметили. Мэр Одессы господин Труханов. Капец, как некрасиво получилось. Ничего. Блин, как стыдно, ё-моё. Я вообще заметил, что меня в Одессе никто не обращает внимания. Вчера прошелся по Дерибасовской, вообще никто не узнал. Вов, ну ты сам виноват. Тебя теперь в Одессе только по красным труселям узнают. Да. Друзья, а сейчас давайте поприветствуем не менее важного гостя. Большая звезда. Легендарный телевизионный ведущий. Ну, наконец-то обо мне вспомнили. Заслуженный артист Украины Олег Филимонов. Не, ну это вообще уже наглость.
Что тебе позволяю? Сейчас лысому позвоню, скажу. Алло, Жека. Ты что, обалдел, что ли? Филимонова передо мной объявил. Давай меня объявляй уже. Ну, я жду, конечно, все ждут, давай. И главный сюрприз сегодняшнего вечера. А бывший юморист студии «Квартал 95», а ныне любимый украинский политик, народный депутат Украины Юрий Валерьевич Корявченков. Не, ну это вообще наглость. Слышишь, Юзи, а что ты не на работе? А ты что не на работе? Могу себе позволить, я президент, в конце концов. А я друг президента, тоже могу себе позволить. Умный какой стал, да? Слышишь, а рядом с тобой кто сидит? Не зам мэра? Похож. Да. Спроси у него, когда они решат в Одессе проблему с ливневыми канализациями. А? Говорит, бюджета нету. Нету бюджета, да? Да. Ничего. Слышь, Юзик, а ну пересядь. Куда? На него. Чтоб он не убежал, я с ним после концерта поговорю. Ну ладно. Ох, все. Я прошу тебя, давай смотреть концерт, но да, это некрасиво. Да, давай смотреть, я какая разница, да. Твои ребята. Да, да, да. Ну я бы тут смешнее, конечно, сделал бы. Я по-другому сыграл бы. Я бы лучше пошутил. Ну что, да? Ну вот. Ну что, Вов? Ну вон. Они, значит, мне в комментариях могут такое писать, а я им не могу это сказать. Ганьба! Набрали инженеров в клоуны. Ганьба. Хватит уже, ну да, правда. Все, ну, хватит, все. Хватит. Смотри, много новых актеров. Да, ну вот уж и новых актеров взяли, это молодцы, давно пора было. Да, мне вот даже кажется, что... Девчонкам, актрисам, надо побольше ролей давать, а то Ленка как-то, ну, вообще одна не справляется. Да нормально она справляется, не надо ей ролей. Ты думаешь, да? Блин, ну когда меня уже объявят, ну это никуда не годится, значит, я лысому позвоню. Алло, Жека, ну хватит уже тянуть, ну объявите меня в конце концов, ну сколько можно, да. Давай, только без пафоса и покороче, хорошо, все, да, давай. Дамы и господа, в зале присутствует первая леди страны Елена Зеленская и ее муж. Вот зараза лысая, ну. Значит так, первая леди страны Елена Зеленская, бери своего мужа за руку и пошли за кулисы, сейчас я им сделаю, давай, пошли. Давай, давай. Юрий Великий и Лена Кравец, ваши аплодисменты.